Всем привет, это Маша Смолт, и я рада представить свою внеочередную новинку. Такой вот столик прикроватный, ну или журнальный скорее, чем прикроватный. Он сделан в моем стиле стрингарта, то есть основание сделано из металлических водопроводных труб. Столешница сделана из сосны, вручную, мною состарены. Сейчас покажу. Это я работала и топором, и наждачками, потом покрасила морилкой, покрыла грунтовкой и покрыла лаком несколько слоев, вот растворим. Вот, ну и потом, как всегда, в общем-то, во всех моих картинах. Сейчас моя собака тут еще влезла, как всегда. Ну и как всегда в своих картинах я вбила гвозди по образу и подобию остальных картин предыдущих. И намотала нитку. В данном конкретном случае я использовала два цвета ниток, белый и черный. Так как столешница у нас темная, но мне нужно было для объема использовать две, иначе не получилось бы. Если бы я использовала только белую, но не получилось бы такого эффекта. Поэтому я использовала две. Это в новинку для меня, но, по-моему, получилось весьма неплохо. Вот. Так что 100% ручная работа, а также здесь использовано 8-миллиметровое стекло. Он полностью, это полноценный стол, то есть это не декоративный, это не картина, это именно конкретно стол. Единственное отличие, что внутри спрятано такое вот интересное произведение искусства, не побоюсь этого слова. Также стекло приклеено на ультрафиолетовый клей и, в общем-то, держится намертво, удерживает. Я не знаю, максимально, не хотелось проверять, как-то треснет стекло, но я думаю, оно не треснет, потому что 8 миллиметров, да и, в общем, полноценный журнальный столик. Подойдет в любой интерьер, но я больше, конечно, делаю его под лофт, так как лофт моя слабость. В общем, вот. Если вам нравятся мои работы, подписывайтесь, лайкайте, мне приятно, и я буду дальше еще что-нибудь снимать для вас. Всем пока, до встречи, хорошего вечера.